Всем привет! Это финальное видео моего эксперимента по добыче месячного премиума исключительно фармом мобов. Первое и второе видео доступно по подсказке. Серебра на счету стало 7 850 000. И чтобы добить оставшиеся 750 000, я отправился в Восточный данж. У входа в локацию встретилась группа игроков. Чтобы проверить, не увязались ли они за мной, забрал сундук рядом со входом в данж. Погони не обнаружилось, и я принялся за фарм в данже. Неподалеку от босса-друида мне показалось, что я услышал звуки боя. Поэтому я очень осторожно начал продвигаться вперед. И довольно быстро увидел противника, отвейдил мобов сапогами, попытался пробежать к противнику, но заагрил пачку мобов, пришлось отступать, но скилл сапог еще не откатился, поэтому пришлось падать от мобов. Противник попытался меня добить, но сам оказался атакован мобами. И пустился в бегство. Я поднялся и начал преследовать врага. Он успел отвейдить мобов, но потерял на этом слишком много здоровья и не решился вступать в бой. Я кинул в него яд, он решил спасаться в рандомном данже. По пути получил еще больше урона от мобов. Я зашел вслед за ним в данж, где он попытался ашнуться, тем самым снял с себя бабл. Мне оставалось просто добить его с руки. Unreal Skill поделился 6-1 сетом, 5-1 плащом и Т5 лошадкой. Плюс в рюкзаке у него оказался нормальный лут. Я сразу получил перегруз и пришлось ставить сапоги на грузоподъемность. Забрал еще один сундук, из него дропнулся Т5 герб Морганы. Выкинул из заполненного рюкзака Т3 сандали и поехал в город. По зоопарке перепутал направление, вернулся в нужную гайку. Хорошо, что по пути не встретил гангеров, хотя возле клайма кого-то убили. Починка обошлась в 125 тысяч. Сет, собранный с нереально скиллового игрока, я сложил в банк. Добытый лут выставил примерно на 370 тысяч. В кошельке уже было 8 100 000. Я пополнил расходники, решив, что в этот заход нужно догнать необходимую сумму до 8,5 миллионов. В данже после убийства очередного моба получил Т7 ношения кинжалов, факелов и кожаной брони. И это без каких-либо бафов на получение фейма. Убил прокнутого босса-друида. Кстати, убить его намного проще, чем непрокнутого.
И спустя еще 20 минут, благодаря продажам на рынке и серебру с сундуков, на счету стало 8 миллионов 800 тысяч. План уже был перевыполнен. А если учесть 4 книги интуиции и 2 герба нежити в рюкзаке, то мой капитал уже порядком перевалил за 9 миллионов. Но рюкзак еще не был заполнен, и действие еды еще оставалось 15 минут. Я решил ашнуться и начать еще один круг, скипая мобов до первого сундука. Снова встретил Unreal Skill'а, заэвейдил мобов, понимая, что враг разряжен, постарался скорее атаковать его. В этом моменте нужно было кинуть ножи и после этого включать Ешку, но я как обычно не додумался до этого, поэтому не хватило урона, чтобы дорезать противника. У него к этому моменту откатилась Ешка. Он разрядился, но мои сапоги еще были в кулдауне и ничего сделать уже было невозможно. Жаль было проиграть. А когда я увидел, как был одет противник, стало совсем обидно. Победа в этом бою стала бы триумфальным окончанием серии, но ничего не поделаешь, все произошло как произошло. На счету 8 миллионов 820 тысяч, в банке 6.1 сет для фарма, плюс немаленькое количество рун, душ, реликтов низкого тира и 22 часа триала в запасе. Чисто в качестве эксперимента переработал реликты в артефакты, вдруг получится на этом заработать еще несколько тысяч. Но фортуна не улыбнулась, и на ролле реликтов я потерял. Но все равно артефакты и материалы я выставил еще на 550 тысяч. Прикупил ботинки 6.1 и на счету стало 8 миллионов 950 тысяч. Дождался, когда все выставленное на продажу будет продано. Капитал увеличился до 9 миллионов 650 тысяч, при том, что 5.3 топор так никто и не купил, даже за 350 тысяч. Теперь объясню, зачем стоит создавать карманную гильдию. Кроме дополнительного очень вместительного сундука, она даст вам возможность еще немного заработать. Как мы знаем, в Альбионе идет межгильдейское соревнование почти постоянно. Гильдии зарабатывают очки и за них получают выкачанную энергию. Одним из способов заработка очков является прохождение испытаний гильдии. Вам просто нужно добывать ключики, как для ежедневного испытания. Как видим, я заработал 130 тысяч очков. Это позволило получить первый уровень испытания и, соответственно, получить 300 очков сезона и 300 выкачанной энергии, а это еще 800-900 тысяч серебра плюсом. Посмотрим, что у нас с прокачкой. 61-е, даже почти 62-е ношение кожаных доспехов, 39-я мастерка. То же самое касается одноручного кинжала. А так как мастерка на факеле прокачивается вровень с ношением, то на факелах 61-я мастерка. Ветка приключенца открылась до 7-го тира, а ветка налетчика, она же реверка, практически Т8. То есть за 2 дня я мало того, что заработал на месячный премиум, так еще и прокачался до весьма неплохого уровня. И могу продолжить фармить Т7 и Т8 статики. Все это заняло примерно 20 часов. А если вспомнить необязательные падения, то думаю, часов за 15 реального времени спокойно можно управиться. И получить премиум, плюс налички на улучшение острова или покупку нескольких хороших сетов. И в честь удачного окончания эксперимента, а также в честь того, что канал перевалил за 4000 подписчиков, я разыграю 5 призрачных люто-кабанчиков. Условие: поставить лайк, оставить комментарий и быть подписанным на канал. При этом у вас не должен быть закрытым список ваших подписок, так как сервис для розыгрыша не сможет определить, подписаны ли вы на мой канал. Результаты появятся через 2-3 дня.
Благодарю за просмотр и напоследок оставляю запись моего фарм-маршрута. Всем пока!
Thank you.